Анна Каренина – самый экранизируемый роман на белом свете. Журналист, телерадиоведущая, праправнучка Льва Толстого. Сейчас невозможно говорить школьнику: вот тебе 4 тома, начинай с 1 главы. О современном поколении, Анне Карениной и неизданных рукописях великого классика. И никого Господь Бог не одаривает так, что, пожалуйста, вот ты без труда все можешь сделать. Смотрите интервью с Фёклой Толстой в программе «После новостей» в четверг в 20:30 на ТВК.